Здравствуйте. Наконец-то мы воссоединились. Воссоединились? Кто? Лунтики. Лунтики? Да, есть у нас тут находки. Олег снимал, а я только фотофиксировал. Но не знаю, будет ли он это показывать. Может быть. Может быть, где-нибудь в инстаграмчике отдельно. Так, значит, мы... А ну надо? Надо? Находочки-то есть. Ну, может быть, да, да, да. Мы сидим просто так на работе. Конечно. Короче, вернулись мы на Волховский фронт. Втроем, сейчас там старейшина тоже. Будем копать блиндажи. Вот мы с Лехой тут такой вот небольшой блиндажик. Кстати, пока мы отсутствовали, старейшина стал совсем старейшиной. Совсем постарел? О, наверное, в кустах ползает. Ну, а сейчас, сейчас мы его найдем. Так, в общем, мы вот этот блиндаж будем качать сегодня. И копать с Лехой. Сейчас начнем откачивать. Тут у нас в зарослях ходит чудище какое-то заморское. Привет, Димон. Привет. Как дела? Да вот грибы ищем тут. Как дела? Пока не родила. Есть грибочки? Есть, а как же? Как же в лесу вот без грибочка? Идите, дядя, копайте. Чего вы стоите хлебалом щелкаете? Вот какая тебе печаль-то, я не понимаю. Печаль, потому что пробу надо заводить туда. Ты съешь, заведи сперва. Так это тоже блиндаж. А мне кажется, нет. Это блиндаж, точно. Почему два блиндажа рядом? Не знаю, но у него четкий вход-выход. Это я видел. Какой-то интересный, странный. Е-е-е. Я не знаю. Так, с ямом будут подоткачали, там еще, правда, хватает. Яма у нас где-то получится в сумме, наверное, 2 метра глубиной. И вот рядом тут еще такая воронка 2-метровая. Ну, в общем, сейчас начнем вот с этой возиться. У Димки там уже помпа работает на его блиндаже. О, начали раскапывать блиндаж потихонечку. Ну, такой вот у него боковая стенка здесь. Вторая где-то вот тут это идет. Так вот, эта стена подзавалена больше всего. Вода быстренько прибавляется. Вот всякие запчасти попадаются. Фильтр наш противогаза гнилой. Подошвы. Это вот очко от противогаза немецкого. Шланг вот нашего противогаза. Кусок немецкого ботинка, он развалился, тут каблук где-то тоже лежит. Прокладка какая-то, да не знаю, как будто стелька, но какая-то очень маленькая. Вот, о, расширяем яму, тихонечку боремся с водой. Воды, конечно, много, да, всякие какие-то по мелочи тут вещи пока что. Запотевающая пленка немецкого противогаза. Откуда-то выдернули клапан на ощупь от немецкого подсумка. Клеймо там какое-то даже.
К-37. Кусок котелка нашего. Он сверху валялся. Всякие железки. Кусок ботинка. В общем, пока так. Патроном попался. Сейчас мы всю лишнюю тут жижу поубираем с водой. И, надеюсь, пойдет процесс более-менее. Но вода пока прибывает активно. Продолжаем бороться с водой. И яму копаем. Что там у тебя такое? Еще одна незапотеваечка. Да, противогаз вот горелый. Выскочил подгоревший наш. Граната была М24, но такая развалилась уже. Вот. Пару переходников от шпрингмины немецкой. Такие двойнички по два воспламенителя. Один он, второй. Антисептик немецкий. Такой вот. Ну, пока так. А сейчас всем, кто занимается или решил заняться поиском лунный ландшафт, рекомендует надежный проверенный магазин у деда Мити. Огромный ассортимент товара, фирменная продукция и официальная гарантия. Также акции проходят, конкурсы и действует система Trade-In. Для зрителей же канала Лунный ландшафт есть возможность получить скидки или приятный бонус. Просто назовите промокод Лунный ландшафт. Специальная ссылочка находится сразу под видео. А для тех, кто любит ходить за покупками пешком, есть два отличных магазина в Подольске и Серпухове. Магазин у деда Мити «Лунный ландшафт» рекомендую. А что там у тебя? Да. И луку мешок? И луку мешок, да. Нету, вон же у тебя ящик, Димон. Нет. А, это с этого. Ничего. В него сложи, да и все. Да. Ну, какая у тебя красивая. А-а-а. Да. Ну-ка, давай посмотрим. Ой, 150. Миллиметров, ничего себе. Гранатон. Ну. Такая. Ну, здесь тоже. Фигулина. Сохран? Большой. Ну, сохран, да. Ништяк. Ништяк. Большой снаряд туда втыкался. Старикашка заберет точно. Посмотри, она. Писюлька. Если успеет. Я видел. В смысле? А, я понял себя. Раскладывает. А что там, патроны? И пугов. Давай Димону поможем. Дофига ли пугов. Вот как, да? Вот так вот, да? А говоришь, друзья, друзья. Для таких друзей в музее. И друзья вообще. Консервом еще. Так, тут у нас в блиндаже образовалась лежаночка. Там вот земляные нары. Туда идут. Лазантишка. Леха, лазантишку нашел? Конечно, я уже 300 лет не находил, ты че? Ну-ка. Надо же сделать маленький. Всем интересно. Че там интересно? Хороший. 40-й год? 40-й. Ой. Да, и вот, кушкать можно. Маленькие порции. Кусочек ложечки обмененный. А где же черенок? Ну, не знаю. Угу. Так, что там? Мелочевочку, дай. А, че? Где? Это не знаю, какой-то кусок кожи квадратный. Жоржа просил его. Кошельки же. Угу. Это у нас запчасти от портупеи немецкой. Так. Крючок от бачка противогазного. Немецкого, соответственно. Титановый. Ну. Классный. Да. Два воспламенителя ЗЗ-35 40-го года. Такие для мин. Вот и переходники тут как раз.
у них вот все это дело и вкручивалось. Один тут такой же. О, красивый весь. В краске с какими-то клеймами. Зелененький. Вот печки походной. Дырца верхняя. Ломаная. Но смотри-ка с надписью. Хас он зон. Да, да. Что там? Находок-то просто горень. А тож. А полотенце. Свечка вон маленькая. Патроны. А корзинка за грибами. Че? Посмотрим, где там у тебя. Ой-ой-ой-ой-ой. Можно чуть-чуть рыхтовать. Кусок плетенки. Нормальный корзинышин. О, корзинка. Это вот старейшина юлица. Полотенце. Угу. Да патроны. 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 Ладно. Сейчас тогда, пока Лёха докапывает, начнем откачивать следующий блиндаж. Так, тут у нас заземление было в углу в виде шомпола от трехлинейки. Вот. Запчасть от фонарика, отражатель. И вот на нарах еще лежал такой вот тещечек симпатичный. Деревянный. Фурнитура, правда, подгнила. Петельки подобломались. Вот так вот. Такой вот ящичек. Похоже на что-то телефонное, но какой-то он маленький, небольшой совсем. Такой секретный ящичек АННРБ. Снова нам попались немецкие спортивные тапочки. На этот раз уже четкая пара, одинаковая. Плава разных размеров попадались. Здесь еще четко одна модель, левый, правый. И один размер тапочки. Ложка была неднённая, стальная. Такая же, как до этого. Все перегнили. Вот. О, бутылек такой. Это, наверное, ликерчик был. Немецкий как-то попадался. Вот такой. И какие-то деревянные. Понятно, что это штучки, рукоятки какие-то. Болты в них какие-то. Такие непонятные штуки. Фу. Ну вот она как бы такая. Че, все? Следующий, блин, дальше у нас вот такой вот. У нас тут камрады знакомые копали его когда-то давно. Но до конца его вроде как не докопали. Ну, по крайней мере, вроде как полы там не снимали. Не знаю, может, где-то еще не докопали. А что это за хрень-то деревянная? Давно это было. Минут лет 20 назад, может, побольше. А? Че? Че это за деревянные? Фуфурики, что ли? Нет. Это ручки какие-то, я не знаю. Может, подвес от часов там. Они потелые. Ну, а в них болты вкручены. Ну, точнее... Воткнуты туда болты какие-то, снаружи резьба. Вот, говорят, тут бойцы попадались. Посмотрим, что здесь. Так, ну мы на сегодня, наверное, все. Что там, что там в следующем блиндаже мы найдем, не найдем, это мы узнаем в следующий раз. Мы его там уже начали. Ну, пройдем в следующий раз будем. А еще у нас нет еды. Еду собака съела, да. Димон там пока еще ковыряется у себя, блин, даже. Ну, у него там пока особо ничего интересного не нашлось. Вот. Ну, у нас с Лехой такой вот итог за сегодня. А, кстати, вот блин, даже который мы новый начали, Леха уже успел дернуть
Это вот стальной колышек, крашенный в светло-серую краску. Ну, она почти вся послазила, но колышек, в принципе, нормальный сохранился. Вот, хоть он такого цвета, не очень красивого, но тем не менее. Колышек от немецкой палатки. Вот, так что посмотрим, что будет дальше. Тут еще ямы есть, будем все проверять. Вот, наши тут товарищи раньше работали, но не, пока не доработали. Мало ли что, тут в принципе воронки интересные. Надо будет проверить, мало ли что бойцы попадутся. Потому что очень много не только немецкого, но и советского попадается. Вот. Наши здесь блиндажи эти когда заняли, вот у них, собственно, жили. И в некоторых блиндажах, даже в частности в блиндажах, были сложены убитые наши бойцы, как бы похоронены в блиндажах. Вот. Ладно, будем разрабатывать теперь этот пятак. Посмотрим, что будет. Ну и там в планах у нас еще разные интересности. Так что всех до новых встреч. Увидимся в следующий раз. Вот это был лунный ландшафт. Всем покидова. Лех, пока! Кому? Всем! А, ну ладно, до новых встреч. Вот. Ну и, соответственно, подписывайтесь, пишите огненные комментарии. Сегодня, конечно, немного, чего мы вам показали, но, как говорится, что есть, то есть. Чтобы потом не говорили, что мы подкладываем. Так что подписывайтесь, пишите комменты, ставьте лайки обязательно. Помогайте нашему каналу. Вот. В инстаграмчик заходите. И до новых встреч. Подкладывать что? Не знаю. Может, подскажут. Подскажите, что подложить вам в следующий раз, чтобы мы нашли. Ладно. Всем покидал.